Это... Алло. А это же Россия, да? Да, чё? Я вот что-то не могу понять, это же Россия, блядь. Ну, как где? Куда заходила? Куда? Мы едем в Нальчик. А куда ты заходила? Я не расслышал. Нальчик? Ты именно про Нальчик узнай. Куда заходила, говорю, я не расслышал. А, все, понял, понял. Да? Ну ладно, уже возле дома? Ладно, ладно. У меня нет футболки, скажет ли ты, давай. Я понял, ладно, будешь дома, напиши. Хотела бы там жить? Да? Понятно. Ну ладно, чё. Ладно, хрен с ним, короче. Ладно, здесь едем, устали. Ограничение 70. Раскинулся красавчик Пятигорск. Ой, блядь. Ограничение 70.
все, я написал, не стал ей звонить, ничего, что завтра к 9 мы будем. Да, что подсолнухи поворачиваются всегда к солнцу. Нет, не знал. Судя по всему, у некоторых бунт. Еще не все раз да, да, у некоторых бунт. А вообще они все время вроде как это за солнцем. Не знал такого. Не слышал. Ну, может, меня в детстве обманывали так. Может найти какой-нибудь этот более-менее городок по пути? Что там, хостел? А? Хостел что? Не, не хостел, а ну, остановиться. Как ты думаешь? Надо только по пути смотреть, что блин, по пути вот вообще ничего. Успенская чуть съезжать. Невиномыск. Ну блин, походу вот Минеральные воды или Пятигорск самое ближайшее. Это прям по пути, да? Это прям по пути. Сколько нам до Пятигорска? Так, до места 273 часа 5 минут. Короче, а так, я думаю, где-то километров 200 и 2 часа езды. Так, вот, нет. Два часа 8 до Пятигорска. Пятигорск едет? Да. Как думаешь, в 22:22 будет уже совсем темно? Охуенно будет вообще. Будет темно? Как вот сейчас. Думаешь? Это хорошо. Вообще едь не хочу. Если вот так вот хорошо, если будет темно, то это плохо. Вот это вон в Рязани ездили тогда с халявом, вообще был снег, дождь, без
дальнего света. Вообще огонь. Я не про это. Я вообще ночью больше. Я не про это. Ну что? А, ты все забываешь. Блин, да, я опять забыл. Мне все съемка. Ну а сейчас нормально стоит? Не, сейчас нормально, что еще все видно. Так-то я могу хоть вообще всю ночь ехать. В любом случае средний расход 6,1. А сколько мы проехали уже? 1344 километра. Нормально же? Да. А здесь что хорошо, здесь легко дается 1500-1500 километров. Потому что по платке огромный участок проезжаешь, или по двойной, ну, две полосы в одну сторону. И когда, блин, на восток едешь, ни платки, светофора, одна полоса, эти постоянные обгонялки. До Казани еле доезжаешь. 1000 километров. Твой, что там план? Женек, спортсмен. Замена стартера Фендайсон. Ютуб. Сам полез менять. Бодрее, да? Угу. Какая ты хочешь? Сейчас не пойму, она сейчас на спорте? Нет, она убрала. Обычно? На экономии. А. А чё, как Ира забила? Как ходить в Нальчике? Да, так лучше не ходить в Нальчике. Алло. Да, добрый. Да, занимаемся. Территориально находимся в Борисовские пруды, дом 1, строение 72. Ой, не знаю, честно говоря, так, а вы сейчас приехали уже в сервис, что ли? Ага. Знаете, регулярно клиенты жалуются, там то ли в Авито какой-то сбой происходит. Мы постоянно меняем, постоянно ставим свой адрес, а через какое-то время опять происходит, ну там клиент жалуется. Алло.
А какой автомобиль у вас? Сейчас, секунду. Mazda 6, 2 литра, стоимость удаления катализатора под ключ. А стоимость под ключ будет 5500 рублей. Боюсь, что только в четверг. Да. Да, конечно. Ну, да, да, так мы в четверг с удовольствием сделаем вам все. Угу, да, все такое. Подъехал уже, что ли? Ну, приехал на этот Медиков 4, где у меня точка стоит. Объявление. Угу. Туда приехал. Ну, у него жена загуглила, дала ему адрес. Mazda 6, 2.0. Но у него горит чек, ему прям срочно. Вот примерно вот так вот, наверное, во время белых ночей. Всю ночь. Ирина. Чё? Не знаю. Ссылка. На автовы? Да. Открыть? Да, всё. Ой, это, наверное, закрыть надо или не надо пока? Пока оставь. Пока оставь. В этот, просто частный доступ даёшь. Сейчас. Да, оно и так там. Знаешь что, давай вот, знаешь, как бы... Вот там. Что, поясняй. Что ты там делаешь? Что там?
чтоб что выложил. Походу. Э? Да. Значит, на фонарь поймал его. Thank you.
справка, я бы сказал. Резерв губернатора Краснодарского края. Его личный резерв. Ёпта. Давай, 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 газуй. Какой вежливый, да? Да-да-да. Я не ожидал от него даже этого, если честно. Алло. Да, добрый вечер. Положение определено. Дядя, ты рано поинтересовался? Мы же еще в Ставропольском крае находимся. А-а-а. Это же еще не Нальчик. Вообще ни черта не взял. Блин, вот что-то меня смущает, что он расслабляется до этой вода. Ограничение 60. Да, ждет сегодня, да? Алло, Олеся, добрый вечер. Извините, что так поздно. Это Олеся, я вам там сообщение отправил в WhatsApp, но оно по какой-то причине не доставляется, поэтому решил позвонить. У нас, смотрите, немножко переигрались планы. Мы не едем в аэропорт Минеральные Воды, а улетать будем из
не знаю, Чикаго. Вот, в связи с этим, вот смотрите, мы еще не доехали до города и не доехали прилично. Мы сейчас, наверное, остановимся на привал. Завтра рано-рано утром мы выезжаем. И ориентировочно к 9 часам мы будем на месте. Да, да, чтобы и вам тоже сильно рано не вставать. А так к 9 мы там будем. Да ничего страшного, мы здесь где-нибудь на трассе найдем что-нибудь. Очень плохая связь, я не слышу практически. Ага. Да, все хорошо. Угу, да, всего доброго. Что, говорит? Предложилось остаться? Да, говорит, я уж думал, вот где бы вам это разместить, вас что предложить. Куда там отправить? Ну они же гостеприимные. Что-то я устал, Серег. А? Что-то я устал. Устал? И ни хера не делать. Может, мне за руль пора? Я боюсь, просто сейчас за руля выйду и озябну. А так, крючком пока. Там на лобовом движении, там, присматриваешься. Вот моя на стекла. Что делать? 22:30 мы на месте. На Пятигорске. Можем найти где пожрать. Набить живот и лечь спать. Когда в Иркутск поехал, у меня цель была, ну, не заработать денег, а вот я еду, допустим, пересекаешь же много, ну, как, городов, национальностей, культур и так далее. Я приезжал в каждый там город, где оставался на ночлег, везде пробовал, кушал там национальную еду какую-то, ну, что-то такое. Ну, прикольно тоже. Какой Нальчик или какой национальный блюдо? В Нальчике я не был ни разу. Загуглить. Что они там едят? Лягушек? Шашлык! 100%, да, бывает. Сморгает вообще. Да, это он заболел.
несколько часов дней смотреть нечего. Поля, деревья, поля, деревья, все больше. Ну да. Там есть еще ослепительное. Есть же. Так останавливаться, блин. Почему я не взял до светлого места подтянуть? Потому что, походу, перебегать на какую-то дорогу. Там что-то было на той стороне, да? Какая-то хрень там была, идея уходит. Смотри, что все будет. Хочешь заглушить?
собачка тяжело упала, она в ногу, в колено. Чешу балкон. Блин, перезагрузить что ли? Мы уже город даже проехали, но там маленький, населенный. А где прям нету и нету. Вообще тебе два нет. Не ловит в этом. Угу. Это вообще печалька тогда. Вообще не исключено, что такая. Давай загуглим. Местные олигархи не пускают Теле 2. Прекратили свою связь и все. Будете пользоваться нашей. В Ставрополе есть обналичики. И обналичики есть. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 60. Впереди город. Ограничение 60. Да, походу нет. Да? Дальше нет. А, хотя он пишет, в 18 году перебоев в Теле 2 не было. Был интернет. Ну, давай-ка я тебе попробую позвонить.
Впереди камера. Ограничение 60. ЧБ. Пока ничего. Вообще авиарежим поставить, что мы с моей сходил. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. ЖД переезд. Ограничение 20. Связь остался. Точно, да? Че? Что нет, тебе свету? Да, там прям карта, я карту покрытия посмотрел, прям на Ставрополе все обрывается и все. Ниже нифига. Ну смотри, там еще и телки, липочка. Прям на месте готовят. А здесь сейчас скоро начнется все, продолжа, да? Да ладно, не, я так не думаю. Не настолько. Невиномысль.
опасность. Ограничение 60. Опасность. Ограничение 60.